История, которую я вам расскажу, может показаться нереальной, но вы можете проверить все, что сказано. Вы знаете, что строится порт в Усть-Луге. Так вот, у жителей Усть-Луги и близлежащих деревень и поселков снесло крышу от радости. Они решили озолотиться на этом деле. На сайте Авито в поселке Большое Куземкино есть двухкомнатная квартира на продажу, которая стоит 32,5 миллиона рублей. Да-да, 32,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить квартиру в центре Петербурга в новом доме с новой техникой. Почему же собственник решил ее продать за такие деньги? Ну, логика простая, как у обычного обывателя. Он считает, что «Газпрому» по силам купить эту квартиру, а квартиры здесь очень мало. А жить, ну, людям же нужно будет, когда здесь откроют этот порт, там несколько десятков тысяч рабочих мест откроется. И он выставил свою квартиру, эту двушку, за 11 миллионов рублей. Ему начали звонить люди и с его слов говорить всякие гадости. Он начал на каждый звонок обижаться и повышать цену. Ну, в итоге, в общем, можно представить, сколько этому человеку поступило звонков и сколько ему наговорили гадостей, что он поднял цену до 32,5 миллионов рублей. Причем квартира, абсолютно обычный дом 1988 года постройки, в панельном доме, без вообще всякого ремонта. Так вот, помимо этой квартиры, в самой Усть-Луге продаются квартиры, конечно, подешевле. Там можно найти трешку, допустим, за 11 миллионов рублей. Или даже есть квартиры за 10 миллионов рублей. Но все-таки согласитесь, за 11 миллионов рублей в Петербурге можно купить нормальную трешку 611 или 137 серии где-нибудь в Кировском или во Фрунзенском районах. Неплохие уж районы. Но люди, которые живут там в районе Услуги, считают, что обязательно найдутся граждане, которые заплатят десятки миллионов рублей. Вот они считают, что это прям вот должно произойти, ведь все, кто туда приедут, они будут зарабатывать какие-то бешеные деньги. Ну, в общем, вот такая вот странная история. Но там ведь не только продаются квартиры в этих районах, еще и люди предлагают снять квартиры. Вы не поверите, за какие деньги. То есть двушка стоит 100 тысяч рублей в месяц. А если снимать посуточно, то 4000 рублей за ночь. А есть объявление, где квартиры, конечно, можно снять и подешевле. В том же самом Большом Куземкино и за 65 тысяч рублей трешка выставлена. Но, в общем, творится какой-то мрак. Я вот не знаю, о чем думают эти люди. А может быть, действительно, это какой-то хайп, и нужно покупать скорее квартиры в этих районах вокруг Усть-Луги, чтобы потом, ну, как бы неплохо навариться, представляете, откроется порт, туда поедут жить олигархи, такие рабочие, которые зарабатывают много денег, и тогда, купив квартиру сегодня за 32,5 миллиона рублей, вы потом сможете через год ее продать, может быть, за 70 миллионов рублей. Что думаете? Пишите в комментариях. Ну, я, конечно, посмеялся над этой историей, но, может быть, здесь нужно плакать.